Конечно, увеличить надо. А почему? Потому что, чтобы выполняли работу хорошо. Если они за это виноваты, то можно поднять. Но надо установить, кто виноват, коммунальщики или другие административные лица. Я бы подняла штраф. Это кому? Коммунальщикам? Ну, потому что пусть добросовестно относятся. А потому что деньги берут, с нас все берут, а добросовестно не относятся. Ну, не все, конечно, компании. Есть исключения. Очень положительно. Почему? Почему? Потому что, скажем так, не все ремонты вовремя проводятся. Они, конечно, делаются, но я считаю, что не всегда качественно и не всегда вовремя. Но это моя точка зрения, конечно. Во-вторых, в принципе, по сравнению с московским регионом, у нас очень часто увеличивается коммунальная плата. Я думаю, это просто правильно. Согласен с этим, как говорится, то, что такое есть коммунальщики, которые делают качественную всю работу, как говорится, а есть какие-то реально, подаешь заявку, уже фотографируешь, там номера, как говорится, заявки фиксируются, уже все документально делается. Есть, как говорится, это большая проблема, это у всех проблема просто-напросто.